Всем привет! На связи Екимов Игорь. Представляю исправленную версию урока «Основы электротехники». Это первый урок из курса молодого электрика, который сейчас популярен на моем канале. Я исправил оговорки моего коллеги с помощью заставок. Ссылку на полный курс я оставил под видео. Со временем я сделаю свой бесплатный обучающий курс по электрике. Подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Мы с вами начинаем курс молодого электрика. Этот курс предназначен для начинающих, тот, кто еще не знаком даже с азами электричества, то есть каким образом оно действует, каким образом работает. И в этом курсе мы с вами рассмотрим простейшие схемы подключения как лампочек, как выключателей, так и розеток. Ну, все по порядку, и давайте первое наше занятие начнем с основ по электричеству, то есть вообще, что такое электрический ток, что такое напряжение. Любая вообще электрическая цепь обязательно содержит в себе источник электрической энергии и приемник. В качестве примера давайте рассмотрим простейшую электрическую цепь, состоящую из батарейки обычной и лампочки накаливания. А батарейка сама по себе здесь является источником электрической энергии, а лампочка ее приемником. Между полюсами источника электроэнергии имеется разность потенциала, то есть плюс и минус. Как мы понимаем и знаем, это еще из школы. И при замыкании цепи, то есть если мы замкнем цепь на лампочке, начинается сам процесс ее выравнивания под действием электродвижущей силы. А вообще сокращенно эта сила называется ЭДС. По цепи протекает электрический ток, совершая работу, при этом нагревая спираль в электролампочке, а спираль начинает в этом случае просто-напросто светиться. Таким образом происходит преобразование электрической энергии в энергию тепловую и энергию света. Электрический ток представляет из себя упорядоченное движение заряженных частиц. Ну, в данном случае это электронов. Электроны имеют отрицательный заряд, и поэтому их движение направлено к положительному полюсу, то есть к плюсу. От минуса к плюсам, то есть к положительному полюсу именно источника питания. При этом всегда образуется электромагнитное поле, распространяясь от плюса к минусу источника, то есть навстречу движению электродов от плюса к минусу, и через электрическую цепь со скоростью света. Традиционно принято считать, что электрический ток движется от положительного плюса, то есть полюса, к отрицательному. Если посмотреть на схеме, то есть вот от положительного по цепи и к отрицательному. Вот таким образом у нас обозначается в данном случае наша батарейка, у которой имеется плюс и минус. Упорядоченное движение электронов через кристаллическую решетку вещества, являющегося проводником, не проходит, конечно, беспрепятственно. То есть каждый проводник имеет какое-то сопротивление. И электроны взаимодействуют с атомами вещества, вызывают его нагрев. Таким образом, вещество оказывает сопротивление протекающему через него электрическому току. И чем больше величина этого сопротивления при той же величине тока, тем сильнее нагревается это вещество, в данном случае проводник. Электрическое сопротивление – это величина, характеризующая противодействие электрической цепи или ее участка электрическому току. Измеряется электрическое сопротивление в омах. А само электрическое напряжение, которое обозначается буковкой У, это величина разности потенциалов источника электрического тока. То есть электрическое напряжение, электрическое сопротивление и электрический ток – это основные свойства простейшей электрической цепи. И между собой они находятся в определенной зависимости. Ну, для этого и существует закон Ома. Для участка замкнутой электрической цепи справедливостью является следующая зависимость, то есть так называемый, вот если вспомнить закон Ома, У, то есть ток равняется напряжение, деленное на сопротивление. Ну, это вот именно математическое соотношение, как я сказал, носит название закона Ома для участка цепи. С помощью этой формулы можно вычислить значение любого из свойств цепи, зная значение двух остальных. Ну, пользуясь треугольником Ома, который вот вы видите изображен на этом вот рисунке, можно наглядно представить, как это по большому счету делается. Предположим, мы закрываем пальцем неизвестную величину, требующую определения. И положение величин, оставшихся незакрытыми, подскажет нам, что делать. Как вы видите сами, здесь как раз возможно три варианта. Первый вариант. Чтобы найти нам силу тока, мы делим величину напряжения, то есть силу тока мы закрываем пальцем, напряжение, вот оно, напряжение, на величину сопротивления. Второе. Для нахождения сопротивления, здесь мы закрываем значок сопротивления, нам необходимо разделить величину напряжения на силу тока, на величину силы тока. И неизвестную величину значения напряжения, если мы здесь закроем напряжение, мы получаем тогда, умножая величины силы тока на величину сопротивления. То есть силу тока нам надо умножить на сопротивление. Напряжение измеряется в вольтах, сила тока измеряется в амперах, а сопротивление измеряется в омах. Ну, если взять для примера, предположим, вот у нас есть электрическая цепь, напряжение источника питания у нас 2,5 вольта, предположим, сопротивление нашей лампочки составляет 10 Ом, и тогда по формуле закона Ома мы можем вычислить, так скажем, наш ток, который будет протекать по этой цепи. То есть нам известно напряжение 2,5 вольта, сопротивление 10 Ом, и требуется узнать силу тока. Итак, подставляя известные значения в эту формулу, которую я вам показал, то есть у нас получается 2,5 вольта мы делим на сопротивление 10 Ом, и мы получаем, что в этой цепи у нас течет ток 0,25 ампер. То есть если выразить вот так вот, 0,25 ампер. Вот это самая простейшая формула, по которой мы можем определить неизвестную величину. Ну и также, зная теперь силу тока, которая протекает по нашей цепи, зная напряжение, можно узнать и мощность вот этой самой лампочки, как потребляемую приемником электроэнергии. Это уже узнается вот по этой формуле. То есть, чтобы определить нам мощность, нам нужно напряжение умножить на силу тока. И в итоге у нас получается, что напряжение у нас 2,5 вольта. Ток мы вычислили 0,25 ампер. Если мы все это умножим, вот таким образом, по простым формулам, мы можем узнать нагрузку, потребляемую нашей лампочкой. Идем дальше. То есть, есть еще общий закон Ома. Если рассматривать вот такую формулу, G равняется E, деленное на R внутреннее и плюс R внешнее. Значит, E в этом формуле означает электродвижущую силу источника питания. R внутренняя – это величина внутреннего сопротивления источника электрического тока, то есть внутреннее сопротивление самой батарейки, если по-простому говорить. R внешняя – это величина сопротивления электрического приемника и плюс сопротивление проводов цепи. Электрическое напряжение, которое мы рассматривали, У, и ЭДС, Е, имеют в принципе одну и ту же природу. ЭДС – это значение напряжения на полюсах источника тока без нагрузки. То есть, если возьмем мы просто батарейку и замерим напряжение, то мы получим какое-то определенное значение. Это при разомкнутой цепи. А ЭДС цепи всегда выше ее рабочего напряжения У, когда цепь замкнута и приемник энергии, то есть нагрузка, подключена. То есть, если мы включим саму лампочку, уже уже, естественно, будет другое напряжение. Ну и давайте немножко рассмотрим уже параллельно и последовательное соединение. Это уже относится к закону Кирхгофа. Здесь мы на рисунке можем видеть примеры параллельного соединения в данном случае. То есть при параллельном соединении концы питающих проводников, приемников сводится к общим узловым точкам, так называемым. То есть вот соединяется у нас два приемника, причем параллельно. Предположим, что у нас две лампочки. Ну и каждый приемник оказывается включенным на общее напряжение, приложенное к этим точкам. При последовательном соединении приемники включаются один за другим. Это мы немножко рассмотрим чуть ниже. А в электрических цепях с таким соединением протекает общий ток. Цепи, где присутствуют именно параллельные соединения, относятся к разветвленным цепям и имеют точки, где исходятся 3 и более проводников. Эти точки называют узлами. А участки цепи, соединяющие два узла, уже называются ветвями цепи. То есть вот эти вот, где больше двух, это уже ветви цепи. При установившемся электрическом токе количество электричества, протекающего в единицу времени к узлу, равно количеству электричества, утекающего от узла за то же самое время. И получается, что сумма токов, направленных к узлу, равна сумме токов, направленных от узла. То есть сумма токов равна нулю. Это равенство является выражением первого закона Кирхгофа, который гласит, что алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. Следствием из первого закона Кирхгофа является формула, с помощью которой, зная величину сопротивления каждого приемника в отдельности, то есть R1 и R2, можно определить полное сопротивление всех их в целом. И общее сопротивление будет являться по формуле, то есть R1 и умноженное на R2, и все это делится на сумму. Давайте я напишу, то есть сопротивление общее, это значит R1 умноженное на R2, и мы делим на сумму, то есть R1 плюс R2. Вот такая вот формула получается. Ну, в нашем случае умножаем два раза по 10 Ом. То есть, если, предположим, мы две лампочки и делим на сумму 10 плюс 10, то получаем общее сопротивление вот в этом узле 100 разделим на 20, и окончательный результат мы получаем 5 Ом. То есть, в два раза меньше, чем одна лампочка была бы у нас. И так, общее сопротивление 5 Ом. А второй закон Кирхгофа гласит уже: в замкнутой электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжений на отдельных участках цепи. То есть, согласно этому закону, давайте посмотрим уже другую, это уже последовательное так называемое соединение, то согласно этому закону для схемы, изображенной вот на этом рисунке, мы получаем R общее будет у нас равняться сумме вот этих вот двух сопротивлений. То есть R1 плюс R2. То есть увеличивается, так скажем, в два раза. Ну, то есть при последовательном соединении элементов цепи общее сопротивление цепи равно сумме сопротивления составляющих ее элементов. И напряжение уже разделяется между ними пропорционально сопротивлению каждого. Ну, например, в новогодней гирлянде, состоящей из 100 маленьких одинаковых лампочек, каждая из которых рассчитана на напряжение 2,5 вольта, включенных в сеть напряжением 220 вольт, на каждую лампочку будет приходиться, то есть если мы 220 вольт разделим на количество лампочек, 100 лампочек, то по 2,5 вольта нам будет приходиться на каждую лампочку. Ну и в конечном же итоге при таком раскладе эта гирлянда у нас будет работать долго и счастливо. Далее, значит, переменный ток в отличие от постоянного не имеет постоянного направления. Давайте рассмотрим, в чем заключается переменный электрический ток. Например, в обычной электрической сети 220 вольт с частотой 50 Гц, то есть плюс с минусом в такой сети меняются местами 50 раз в секунду. И законы Ома и Кирхгофа для цепи постоянного тока применимы также для цепей и тока переменного, но только для электрических приемников, обладающих именно активным сопротивлением в чистом виде, то есть таких как различные нагревательные элементы и лампочки накаливания, то есть различные тены, лампочки накаливания, двигатели уже по такому закону не работают. Причем все расчеты уже производятся с действующими значениями тока и напряжения. Действующие значения силы переменного тока численно равны уже эквивалентной по тепловому действию силе постоянного тока. И если взять для примера, то есть действующее значение переменного тока будет вот с таким вот коэффициентом 0,707 умножено на действующее значение, то есть силы постоянного тока. А напряжение переменное вот с таким же коэффициентом уже будет относительно напряжения постоянного тока. Ну, например, если взять для примера в домашней сети действующего значения переменного напряжения в 220 вольт, вычисляем вот по этой вот формуле, чтобы нам использовать этот коэффициент, и мы получаем, что максимальное амплитудное значение именно переменного напряжения может быть составлять до 310 вольт, то есть вот такое вот колебание происходит у нас в сети. Ну и роль, в принципе, законов Ома, Кирхгофа в повседневной жизни электрика. То есть, если осуществлять свою трудовую деятельность как электрик, абсолютно, в принципе, любой и каждый ежедневно сталкивается со следствиями этих фундаментальных законов и правил, можно сказать, что живет в их реальности. Использует ли он теоретические знания с большим трудом, полученным в различных учебных заведениях для выполнения повседневных трудовых обязанностей? Ну, как правило, конечно, эти законы не используются, чаще всего просто-напросто в отсутствии какой-либо необходимости это делать. Ну, повседневная работа нормального электрика состоит вовсе не из этих умственных вычислений, а наоборот из четких, уже отточенных годами физических действий. Нельзя сказать, что думать вовсе не приходится, совсем наоборот, ведь последствия необдуманных действий в этой профессии обходятся порой весьма дорого. Но иногда встречаются среди электриков конструктора, любители, они же чаще всего и рационализаторы, эти уже люди время от времени используют имеющиеся у них теоретические знания с пользой уже для дела, разрабатывая и конструируя разнообразные устройства, как в личных целях, так, как говорится, на благо родного производства. Без знания законов Ома и Кирхгофа расчеты электрических цепей, составляющих схему будущего устройства, ну, конечно, совершенно невозможны. В целом можно сказать, что законы Ома и Кирхгофа являются в большей степени инструментом для инженера-конструктора, нежели, в принципе, для электромонтера. По большому счету на зубок эти законы знать не обязательно, но в голове все-таки держать, либо при себе держать эти простейшие схемы, которые в любой момент вам могут помочь. Вот такие вот теоретические небольшие знания. И дальше мы уже перейдем к практическим занятиям, которые нам помогут в электрике.